Так кто кого? Фура. На встречку выехала, что ли, или что? Да. Сразу в два раза меньше свет. Ого. Чудное, диво дивное. Давайте завтра на тормози, 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 блядь!
Штрафной площади. Собственно, ассистентом Владислава Игнатьева выступил Павел Голыш, про которого тоже в этом чемпионате много разговоров ходят. В первую очередь про воспитательную функцию Валерия Непомнящего, который сделает из вроде бы как уже футболистов, потерявших